Ну чё, пацаны, понеслось. Надеюсь, Арашек выйдет на меня сегодня. Ему залетит шотик хорошенький на 90 тысяч. На 7 тысяч дождь! У него оглох. Грофлиш? Грофлиш, дождь! Братанчик, минус 20 тысяч голды на месте уже. Это самый дорогой выпуск, покупай скины, из которых меня убьют, брат! Я в темноте. Всем здорово, пацаны! У микрофона, как обычно, Rush. В этом ролике я решил покупать скины, из которых меня убьют. Но против меня сегодня попался обован, и я остался просто без всей голды. Вот у меня их ноль. Все, нет голды. Я в шоках. То, что сегодня произошло, пацаны, это просто, ну, какая-то реально дикая жесть. Я очень сильно надеюсь на вашу поддержку лайком, на подписку на канал, обязательно с колокольчиком. Ведь мы идем к 2 миллионам. У меня нет слов, вы сами сейчас все увидите, обязательно смотрите этот ролик до конца. Это Габелла, пацаны. Один из самых дорогих роликов на моем канале. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Мы погнали к ролику, погнали. Ванечка, ну стартует что? Жесткая каточка против Обованского, как говорится. Это настоящий? Ну, конечно, брат. Я вообще только зашел, я не думал, что это у нас здесь будет происходить. Это вторая часть, брат. Это нереальная вторая часть. Покупай скины, из которых меня убьют, но против меня Обован. Ну, сейчас я несу, брат. Я надеюсь, что эта катка у меня залетит, и все будет четенько, чисто. Алембуа, братва, полетела каточка против Раша, и сейчас мы будем его жестко разорять. Братанчик, ты где? Рашик... Никого не вижу, не слышу, подожди. У него оглох релик! Найс! Имба! Первый раунд просто вынес его с глока жесткого. У него оглох релик! Дрофлиш! Дрофлиш! Оглох релик с первого раза! Братанчик, минус 20 тысяч голды на месте уже. Зачем покупать? Ни хрена себе! Это просто какая-то кабелла! Охренеть, первый же, первый! Сразу просто неймили скин, брат! Ты уверен, что ты хочешь продолжать? Может, на этом мы уже остановимся, нет? Может, хватит, брат? Все хорошо, я со скидкой 3000, кстати, купил только что релик, если что. За 20 тысяч, брат. Следующий лот был 24 косаря. Брат, я его даже сразу себе оставлю, просто глаченский. Все, это мой релик. Хоть какой-то неймили скин есть? Даже какие-то плюсы? Можно из этого учесть, пацаны, летим дальше в каточку. Этот глух релик я ему подарил, в симуляторе кейсов выпало. Капец, сам себе проблем нажил второй раз. Я что-то страшно за калашом идти. Я дал ему шот. Дал шот? Убивай. Убил его, брат. Ой, хорошо. Нет, я не успел убежать. А, двоерстрет, брат, двоерст. А, тихо, отстань, мужик. Ты кто? Тихо, тут слева какой-то чел. Иду уничтожать. Гаси его. А, это Спектрум! Так, Техномайзер, брат! Мне сразу два! Просто сразу две смерти. Я не успеваю даже ничего сделать. Даже ничего не успеваю сделать, капец. Так, Техномайзер, косаря два стоит. Летим, пацаны, покупать сразу. Просто ограбление нереально. Что за ролик? Брат, честно, я очень хочу надеяться, верить, что мне сегодня дадут просто хотя бы кого-то убить. Так, на, Техномайзер просто сразу залетает. Рынок сломался, давай, походу, покупай. Слышишь, дядь? Два с половиной косаря, брат! О, с четырьмя наклейками. Сколько? Найсики. Так 9 некромайсер покупаешь? Да, 2,5 косаря. 2,5 косаря, просто ограбление в нереальном ролике, пацаны. Такое ставим лайк и летим дальше в каточку. Ладно, пока Обован перезаходит, брат, у нас есть шанс, ну, выиграть игру. Выиграть игру жестко. Надеюсь, он не успеет этот раунд, это будет не ограбление. Да не, уже летим, играем. Капец, дистайминг лютый, брат. Он просто подключился именно в тот момент, когда начался раунд. Все вылетели, вообще куда все хотели? На Спектрум, калаш, твоя след! Что? У меня камера аж улетела, брат, ни хрена себе! Что за фигня, нифига, летим покупать сразу! Третья смерть, просто моменталочка, сегодня кого-нибудь убью, брат, или нет? Брат, я его забрал, можешь. Что? Брат, ты взял калаш 2ерста сейчас? Да. Он у меня без скина у тебя, Серьезно? Ты просто сейчас со стоковым калашом, что за прикол? Я сегодня кого-нибудь убью или нет? 8000 голды! Мамочки, Мить! О, с четырьмя церберусами беру, брат, за 8000 просто залетает! Давай, просто ограбление века происходит. Ты 40 потратил, брат, ты ничего не минус, там. Минус 30 тысяч голды. 30 с чем-то тысяч голды получается. Я так было, просто у меня 60 тысяч осталось на балансе. Я надеюсь, хоть на этот ролик хватит, не придется донашивать. Летим, пацаны, дальше в каточку. Жесть.
Ты чё? Я чё-то не попадаю. Ты не подводи! Хорош, хорош. Это был мой брат, убить его, проиграть ему, это тебя не уважать, брат, честно говоря. Нифига ты его не уважаешь, нормально. Не, уважаю, ты мой любимый брат. Люблю тебя, Жень. Главное успеть ваншотик поставить, а если не успею, то ладно. Броня не особо решает. Мне главное сейчас играть ваншотиками в хедшотики. М-ку, возьми себе калаш. О, найсики, все. Я иду. О, нет, отдай М-ку! Вот так вот. Ну, аккуратнее играю, короче, надо. А то я что-то полетел, все три раунда слился просто. Ни одного килла не дал, это Габельс. Ой-ой-ой, бедный Раш. У нас есть брат. Обован! Обован. Калаш твоя срет, брат! Опять? Я просто не попадаю! 0-4 иду, меня просто... Вот так вот! Второй! Второй, куда мне? Куда, брат? Я обмазываться буду! Я люблю, когда большие волосатые мужики обмазываются окей твоя средами! Брат, это гобелины с четырьмя наклейками забирают, пацаны, все это просто. Да, опять четырьмя? Ты вообще ну, да, любишь наклейки? Да, да, да. Ну, брат, выгоди с четырьмя наклейками забрать. Летим дальше. И летим. Я уже вижу, как маленькие ручонки тянутся писать о том, что я на бабасе голимый. Сейчас тащу. Вот сейчас я не проигрываю и даю просто минус 100. Погнали. Let's go. Надеюсь, Рашек снова на меня выйдет. Я уже сколько, два раза подряд его убиваю, когда его вижу. Надо бы еще третий раз сделать. Я просто без остановки бегу с поинтом, ставлю его и Рашек бачу. Понял? Не залетает. Ну хорошо. Все, все, все. Все, пошло, брат. Черная полоса окончена. Подсадку дай. А, тихо. Челик. Там чел, да. Тихо. А, понял. Хорош! Это обован! Чё с лицом, братик? А! Женёчек, братик, дает мне с фабом тай оф зе фаер! Брат, ну ладно, 2 килла дал. Фабом пойдем кейсик откроем, это такой сейф фабом. Нельзя, мужики, расслабляться, иначе просто габалинск будет полный. Черная полоса закончилась, брат. Рарка 4 голды стоит. Есть у меня тут один кейсик. Скорпион называется. Скорпион удаленный скорпиончик. Открываем, как говорится. Ну такое постыдно покупать, честно говоря, рарки. Братика надо, кажется, прокачать. Я ему авик 2 ерс... Ой, этот АВ2 подарил, а это все фигня. G22 карбон. Обидненько. Летим дальше в катку. Че у меня за кэры? Он дешевый. Зачем я его взял? Ладно. Я его взял, наверное, чтобы просто затащить раунд, чтобы у нас экономика стала нормальный, чтобы хотя бы не отставали по счету. Ну ладно, это нормально. Да вы... Можно пройти, пжи! Ты запушить их хочешь? Ну, конечно, я хотел пройти в их респу, в спину зайти. Мне тут флешка, флешка, хаешка, молик. Капец. Брат. Брат, ты просто не представляешь. Дигл и Якудза Статрек. Дигл! Якудза Статрек за 13 или сколько, или за 15 тысяч рублей. Серьезно? Да. Что так дорого? Он меня просто тапнул, брат. Я не понимаю, у меня вообще не летит. Это ГГ. Все, я реально сейчас разозлюсь. Это МГБелла. У тебя там что, 10-3 ты что, рофлишь? Да у меня вообще все хорошо, слушай. Я тогда с тобой буду двигаться. Я думал, закончилась черная полоса. Просто вверх. Вешает мне тапку, ты понимаешь? Сколько? Сколько? Хватит убивать! Покупаем Дигл Якудза Статрек за 15 тысяч. Чё за ролик? По-моему, самый дорогой будет. Так, я еще раз Дигл беру. Я не помню, я убил ли Раша с Дигла, поэтому надо бы вспомнить и убить. Нужно выигрывать. У меня на Б, у меня на Б, брат. Катка не успела начаться, у меня уже 6 смертей. О, найсики, минус комиксик. Найс. Ладно. Брат, можно я убью его? Стой, кто это? Обован тут был, вроде. Это обован? Вроде да. Хае, давай ему накинем. Давай. А, нет, это у тебя обован. Дал хае. Тихо. Да, он у меня, брат, убивай его. Тихо. Нифига, он байтит. Диглом. Нет, я не пойду. Раш еще жив, отлично. Отлично, ищу его. А чё за дигл? Ну такой же, наверное, какой еще. Какой? Братанчик, ты где? Ты на поинту сидишь, да? Поинт просто сейвишь, окей. О, найс, спалился. Фу, за шара, второй дигл! Жестко! Это что, рофл какой-то? Это что такое? Как он просто выходит на префайра? Второй! Серьезно? Второй! Брат, ты не что? Ты дурак? Поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь на канал, обязательно колокольчиком, ведь я стараюсь для вас и просто сливаю все свои деньги.
Летим дальше в каточку. Все, я не могу, летим дальше в каточку. Мотивацию надо поднять! Мотивацию поднять! Да, это просто ограбление века. Это самый дорогой выпуск покупай скины, из которых меня убьют, брат! Меня убил комиксик. Нифига, Женя там. 78 дал. С ума сошел. Давай, брат, это твои минус 5 сейчас делаешь. Тихо, минус. А, привет, я Денис, мне 25 лет, и вы знаете меня как стендофера. Но в свободное время я, как настоящий мужик, играю в онлайн РП. Здесь вы можете играть по сети и действительно весело проводить время со своими друзьями. Игра абсолютно бесплатная и очень часто обновляется, поэтому развлечений в ней реально хватает. Попробуйте тоже словить это веселье, используя мой промокод RUSH. Он даст себе 120 тысяч игровой валюты и целый люксовый автомобиль, он же гелик. Кстати, если вы хотите поиграть со мной, то вам нужно выполнить пару простых действий. Перейти по ссылочке в описании и скачать игру с сайта. Установить игру на свой телефон и в настройках выбрать свой игровой ник в формате имя-фамилия, а после выбрать один из доступных серверов. Как вы понимаете, теперь в GTA можно играть и на своем телефоне. Заходи играть вместе со мной на второй сервер Флорида и не забывай вводить промокод. Все ссылочки найдешь в описании. Он прятался, сидел, да ну нафиг, ну ты чё, реально там прячешься, братик мой? Они мид пошли все? У Женьки. Да, Женька кого? Ну, бабаси хребос. Вот он, вот салам, он, да. Братик, как эй, дела, тихо. Пупсик, тихо. О, ага, хорошая. Вы что, с ума там сошли совсем? Это что такое? Ну не надо мне сейчас показывать эти легендарные подсадки, зачем вы сливаетесь, мужики? Я понял. Они специально отвлекали его, чтобы этот чел 79-го его зарезал, и он купил дорогой скин. Я понял. Это, кстати, хорошая тактика, мужики. Это что за выпуск? Почему не врегала ты в него? Да ты закрой! 8000 он стоит, брат! Все, это ГГ просто! Минус вся голда, похоже. 15000. 90000 голды превратились в 15000. Я тебе соболезную, правда. А у меня, кстати, есть жесткая вот такая штучка. На следующей половине я еще возьму М40, он вообще тогда офигеет. Она сейчас 70 тысяч стоит М40, вы понимаете, насколько ему хана будет? Я умру сейчас. Меня до хае нормально. Летим, пацаны, кейсик откроем, как говорится, хоть немножко выдохнем, передохнем после такого гобелины. Let's go, братик. Скорпион, кейсик с хаешечки убили, уничтожили немножечко чисто. Ой, калашик пролетел. Ну ладно, легендарочка тоже неплохо. Выпадает, как говорится, М4 Nightwolf. Особо долго не задерживаемся, летим дальше в катку. Ну вообще, брат, сейчас смена сторон. У меня крашнулась игра. Найс. Пожалуйста, не выиграть пистолетку, выиграть игру. Давай. Блин, брат, понимаешь, что этот ролик может получиться дороже, чем ролик, в котором я покупал все на Эмили скины за каждую смерть. Найс. Спектрум. Юсп 2 Ерс Ред. Летим покупать, пацаны. Летим покупать. Минус еще 1,5 косарика голды. Let's go. 1833 голды. Юсп 2 Ерс Ред просто сразу залетает, пацаны. Я лечу дальше в катку. Нафиг оно мне вот это надо. Реально. Это габелла просто. Этот ролик реально может выйти дороже, чем вышел ролик покупаю скины, покупаю Немели скины за каждую смерть. Ты прикинь? Просто дороже. Там я потратил, брат, ну до хрена. А, у тебя 0 киллов, лол. Опа, минус комиксик, салам. Опа, эмочка, брат. Найсики. О, я не попал ни разу. Найс. А Бован там М40 прыгал. Ой, там раш, как он меня за стенкой убил. Я его хотел М40 не простить, блин. Да отстань. Тихо, планту, все, уничтожаю его. Убивай его. 40, ой, М40, раш, давай, сейчас покажите рашу. Найс. Лучше, брат, это эйс, по-моему. Это был... А, нет, не эйс, минус 4 дал. Минус 4, ну неплохо, мужик. Там Абован с М40 монстр прыгал, чтоб ты понимал, я все это видел. Это ГБЦ вообще. Ай-яй-яй, нет, живу. Ну я понимаю, вот, наверное, здесь... О, минус Абован, все, отличненько. Да блин, ну почему? Ставлю. Ставь, спокойно, мы команда, брат. Мне вообще страшно, капец, выходить каждый шаг боюсь. А! Да ты угораешь! Второй раз на М9 посадил, откуда взялся, дурак? Это ГГ, брат, оно очень дорого стоит.
Летим покупать, пацаны. Брат, я просто не понимаю, меня как лоха Галимова как-то режут. Просто, понимаешь, дистайминги люты ловлю. Еще 8000, брат. Это просто габело, пацаны. Я уверен, что мне даже голды не хватит. Поэтому пошел сразу доначивать. Нафиг стендов. Летим дальше в катку. Ну че, пацаны, понеслось. Надеюсь, Арашек выйдет на меня сегодня. Ему залетит шотик хорошенький на 90 тысяч. Брат, это просто габело. Я просто, я все, я бомж. Я бомж, понимаешь? У меня нет ничего. Рок R12, брат, аккуратненько выходим. Давай, стараемся это выиграть, затащить, я не знаю. Так просто, как короче, брат. Я сейчас просто показываю, кто такой Фабм. Найс, минус обован. Ё-моё, как же ему везет, я... Он с Treasure Hunter'а меня сейчас чуть не убил, ты прикинь! Он промахнулся? Да! Капец! Он чё, дурак совсем? Блин, а прикинь, чуть не убил, реально. Три в три играете. Спокойно. Treasure Hunter Авик. Авик ТХ, брат, чтоб ты понимал. Он просто с него мимо меня стрельнул. Мне капец как повезло просто сейчас, брат. Это просто хавы. Данёк, ты рофлишь. Ты что, за что ты это сделал? А чё пачка? М40 сзади. А где пачка? А где пачка? А, прикольно. Я думал, все пропало, забагалось. Пока. Найс, найс. Он в шоке, что я авик взял. Вот смешно. Слава богу, что он промахнулся, иначе, прикинь, это квартиру продавать бы пришлось. Ну да, я уже один раз продал съемную, чтоб ТХ купить. Ай-яй-яй-яй-яй, не залетело чуть-чуть. Ладно, ничего, я сейчас тражиха... О, Абована убили, они... отлично, 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 Абована уничтожили. А! Он убил его в прыжке. Брат, да меня убили, Савика, Винтерспорт! Минус 5000 рашика, нормально. Какие-то приколдесы, просто приколбасы! Плюс-минус, если я не ошибаюсь! То хотели с ТХ, то с этого! Те пацаны покупать. Я не знаю. 7 тысяч. Еще 7. А, ну это копейки. Ты дурак или что, ты рофлис? Просто, пацаны, я не хочу это видеть. Просто. Это просто 7 тысяч из 90 с чем-то тысяч голды осталось. Летим дальше. Тащить. Хорош! Это 6 хп челлендж. 6 HP. Воу! Ладно, надо как-то затащить. Ну, Савиком я не хочу. Ладно, возьму калаш ТХ свой. Если я его сейчас просру, это вообще габелина будет. На самом деле, потому что он тоже 5 тысяч стоит. Я просто сегодня банкрот в этом ролике. Если вы не поставите лайк, пацаны, я просто... Ну, реально. Я... Там кто-то бежит за мной. Тихо. Дигла, по-моему, стреляли. Да. Первый. Тихо. Я крысю. Ай, а где Рашик был? Я искал Раша, а его не было. Статрековский баблгам. Статрек М4А1 баблгам. Ну это 1500, брат, примерно. Летим покупать, пацаны. Это просто габелло. Мы покупаем 13-й скин уже. Летим покупать. Баблгам статрек. Даже баблгам, понимаешь, статрековский, брат, за 1500 косаря. У меня вообще голды не остается. Все, все, я бомб стендов 2. У меня больше нет голды, пацаны, пожалуйста. Сколько осталось? Сейчас. Брат, на балансике 1994 голды. Я очень сильно хочу надеяться, мы верить, что это. Мы не наиграли хватит. Даже. Просто летим дальше в каточку. Просто, пожалуйста, поставьте лайк. Тихо. Опа. О! Понятно. Это жестко. Что за трехочковый был только что жесткий. Ладно, все, надо уже реально просто выиграть и закончить эту катку. Я реально уже все. У меня нету уже нервов, ни голды, ничего. Просто давай выиграем, ПЖ. Брат, ну ты, по-моему, сейчас все 100 тысяч потратишь до конца катки. Я, конечно, не уверен, но давай попробуем. Чего попробуем? Потратить всю твою голду? Не надо. У меня, кстати, есть одна гениальная тактика пуша. Сейчас попробую реализовать. Надеюсь, никто не прочитает и не поймет, что произошло. Мужики, не стопьте, плиз. Найс, минус комикси. Братик, что делал? Есть первый. Есть второй. Опа, Абован там что-то. Жёстко. С чем он? Что за Фамас? Фамас Unreal Pro Фамас Unreal. О! О! P90 самурай в прыжке просто вылетел, дал мне. Охренеть, ну ладно, это, конечно, можно выдохнуть. Это очень жесткий ролик, пацаны. Летим покупать P90 самурай. Брат, ну тут 179 голды, я покупаю, все, я реально. Просто летим дальше. Молча летим дальше. Ты не хочешь больше покупать? Нет! Ты что, ровлишь? У меня деньги не бесконечные! Я и так уже в кредиты влез, блин. Поставьте лайк, пиши. У меня денег нет, есть дроп? Так, я снова хочу попробовать тактику легендарного пуша, только уже в новой позиции. Должно сработать, по идее. Мне как будто поважнее дроп. Можешь дать, ПЖ? Я же говорю, я могу тебе дать. Давай. Надеюсь, меня никто не будет ждать, это будет печально очень. Я думаю, сейчас еще не хватало просрать и выиграть раунд. А, нет, тогда же ничего не произойдет. Понял, забрал.
О! Он меня прострелил! Окей, паблик скоро. Фигня! На месте, братик. Фигня. Летим, пацаны, покупать. Ну все, мы, походу, слили, да? Сейчас я надеюсь, что все это закончится. Этот раунд мы уже сольем. Все реально, потому что 719 голды. Я покупаю, пацаны, фабрик шторм. Вся моя голда ушла. Все. Больше денег нет. Но выдержитесь. Релик я, если что, применил, пацаны. Вот такой инвентарь мы собрали. Это было. Всего-то... Слава богу, да пофиг, главное, чтобы это закончилось. Фух, наконец-то это закончилось, пацаны. Ура. Это просто нереальное ограбление, такое просто, а вы обязаны за такое поставить лайк. Рашика под конец не простили, главное, это самое главное, чтобы я это делал, чтобы он от моих рук покупал гаудишеньку себе. Ну я хотя бы на первом месте отыграл, я бы не вылетел, наверное, на последнем. Пожалуйста, просто поставьте лайк, это как просто было.